Мурманские полицейские продолжают бороться с незаконным оборотом алкоголя. Одна из точек, где спиртные напитки продавали в неположенное время, была обнаружена на улице Свердлова в областном центре. И это далеко не все нарушения. Во время проверки в павильоне обнаружили более 230 литров спиртосодержащей продукции без документов, подтверждающих качество и безопасность. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях. Теперь ему грозит штраф до 200 тысяч рублей. Контрафактный алкоголь был изъят и помещен на временное хранение как вещественное доказательство. Заведение, в котором нарушали правила продажи алкогольной продукции, также обнаружено на улице Полярные Зори. Под видом кафе в торговой точке просто отпускали пенные алкогольные напитки в закрытой упаковке, то есть на вынос. Индивидуальный предприниматель неоднократно привлекался за это к административной ответственности, но нарушения не устранял. Прокуратура округа в суд было направлено исковое заявление об обязании индивидуального предпринимателя прекратить незаконную деятельность по розничной продаже пива в данном торговом объекте.